Юные актеры театра «Брависсимо» покорили гостей международного театрального лагеря «Эволюция-2018», который расположился в городе Туапсе. Лагерь был организован международным фестивальным движением «Лаборатория творчества» при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Поездка состоялась благодаря содействию городской администрации и Совета депутатов. О том, чем запомнился лагерь юным артистам и что они узнали нового на фестивале, в нашем сюжете. 6, 7, 8. А ты думаешь, что это он такое? 9, считайте. 10. С помощью жестов и без слов за короткое время ребята должны угадать некий предмет из сказок Александра Пушкина. Это условие данного конкурса под названием «Баттл импровизация», с которым познакомились юные театралы студии «Брависсимо» под руководством Алены Колесниковой, съездив в международный театральный лагерь «Эволюция» в Туапсе. Ребята участвовали в творческих конкурсах, обменивались театральным опытом и проходили мастер-классы от известных актеров, режиссеров, преподавателей лучших театральных вузов школы, студии МХАТ и ГИТИС. Мы обучались различным актерским специальностям. Мастер-класс прошли по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, хореографии, тренингу импровизации. Вот это для нас совершенно новое явление, потому что импровизацией, даром импровизации владеют немногие актеры, и нам было очень радостно заниматься у Максима Драченина. Мы ему очень благодарны, потому что это просто, я не знаю, для актеров это незаменимая вещь. Уметь импровизировать на сцене, включаться моментально в работу. Актерское мастерство вели у нас два замечательных педагога. Сейчас нам дети подскажут, кто конкретно. И... Марк Богатырев и Виктор Хореняк. Да, мы просто в восторге. И теперь этот творческий опыт перенимают воспитанники детских лагерей Дворца спорта «Дельфин» и Центра внешкольного развития. Конкурс показал, что дети знают и читают великого русского классика. Обе команды выступили отлично, и победила дружба. На этом мероприятие не закончилось. Артисты театральной студии подготовили премьерный показ спектакля «Сказка о попе и его работнике Балде», с которым также выступили на театральном фестивале в Туапсе. Постановка получилась легкой, веселой, динамичной, а также поучительной. Это оценили и на юге. Руководитель театра юные артисты привезли с Туапсе много положительных эмоций, знаний и творческого вдохновения. По окончанию проекта конаковских актеров наградили дипломами участника международного театрального лагеря «Эволюция-2018», благодарственными письмами для руководителей коллективов и их спонсоров, сертификатами о прохождении мастер-классов. Мы благодарим администрацию города Конаково и Совет депутатов города Конаково за организацию и помощь в этой поездке в город Туапсе. Мы счастливы, что мы смогли развиться сами, потому что действительно это был сумасшедший рывок вперед, прыжок. Ребята увидели другие коллективы, поняли, чем занимаются другие люди из других городов с разным уровнем подготовки. И оказалось, что наши малыши, потому что мы были самой младшей группой, они по уровню развития гораздо выше своих сверстников. Они где-то подходят уже ближе к юношеской группе. То есть мы были в младшей группе, а подходят по уровню развития они к юношеской группе. И это было просто для нас, для всех открытием. Я по-другому на своих детей посмотрела. Я теперь понимаю, почему на фестивалях нас всегда отмечают. Потому что уровень подготовки у них очень высокие. Деятели театрального искусства «Брависсимо» по справедливости отмечают, что они большая театральная семья из маленького красивого города на Волге Конаково. Да и девиз театральной студии говорит сам за себя. Там, где они появляются, их запоминают надолго.